Добрый вечер. И сразу же вам представляем нашего сегодняшнего гостя. Это историк Алексей Исаев. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Тему мы заявили ранее, вы, наверное, слышали. Весна 42-го, неизвестные сражения. Может быть, немножко ее сейчас мы скорректируем. Да, не просто весна 42-го, скажем так, начало 42-го года, неизвестные сражения. И вот здесь уже, судя по вопросам, которые к нам пришли еще до эфира на интернет, мы, наверное, возьмем в основном вот такие как бы известные точки этого периода, это Вязьма, Ржев, Харьков, да? На этом сконцентрируемся. Хотя это, конечно... Ну, Демянск, если говорить, да, о неизвестном. Демянск, Юхнов. Да. В общем, не будем ограничивать себя вот этими рамками. Это как бы такая основная, основной скелет. Будем уходить и в сторону, и куда хотите. Вот, собственно говоря, какова наша сегодняшняя программа. Ну, кстати, она последняя в этом году, но я надеюсь, что мы еще в конце нашей передачи сумеем поздравиться с Новым годом с вами, уважаемые слушатели. К делу. К делу. Да, ну, первый, наверное, и такой обобщающий вопрос к Алексею. Вот кончилось контрнаступление под Москвой, контрнаступление, которое происходило не только на московском направлении, но и как бы на всех фронтах, которые предпринималось в зимнее время. И вот у меня есть такая книжка, трехтомник, Сорбоннское издание «Истории войн». Там 15 тысяч войн описано. И вот как бы там написано, достаточно подробно описано, это московская операция, все, что происходило зимой 41-го, зимой 42-го года. А что касается весны, вот то, что происходило на Восточном фронте, так как-то в проброс написано. После контрнаступления. Да, после контрнаступления написано, что немцы выдохлись, соответственно, наши тоже были измотаны, устали после вот этого контрнаступления, и ничего такого значимого не происходило. Но, тем не менее, война – это такое мероприятие, которое, ну, не как выключатель света, включил-выключил. Она идет, хочешь ты этого или нет, там, выдохся ты или не выдохся, война продолжается. Вот, на ваш взгляд, Алексей, какие наиболее значимые события после контрнаступления и до Керченского эпизода, до Керченского сражения происходили на Советско-германском театре? Вот, чтобы да, выделили. Естественно, все же интенсивность боевых действий снизилась к весне. Это знаменитая распутица. Но, тем не менее, отдельные всполохи операции, они оставались. Если идти с севера на юг, то это, во-первых, вторая ударная, которая наступала с целью деблокировать Ленинград. И именно в марте она была в первый раз отсечена от линии снабжения. Тогда еще это было временное отсечение от линии снабжения. Затем было... Нет, не так быстро. Вот да. Все-таки да, вы владеете вопросом, а да. Многие слушатели нет. Вот, значит, она наступала на ленинградском направлении с целью деблокирования. Да. Что произошло? Дело в том, что немцы использовали по всему фронту такую тактику угловых столбов, когда они сдерживали часто не с фронта советские армии, а стремились удерживать населенные пункты, как правило, в основании прорыва. И соответственно, вторая ударная столкнулась с таким способом действий противника. Когда прорыв достигнутый был достаточно узким, фактически это был коридор шириной буквально там, 10, 15, 20 километров, в зависимости от времени, когда это происходило. Ну, да. И вот через этот коридор проходило все снабжение. Тактика немцев на этом и основывалась, что максимально заузить линии снабжения, тем самым заставить наступление остановиться. То есть они достаточно глубоко вошли, да, они вошли глубоко, чтобы их подрубить под корень можно было. Да, потом эти угловые столбы, они становились опорными пунктами для контрудара во фланг, потому что, опять же, короткое расстояние, и можно было быстро подрубить основание вклинения в немецкую оборону. А кто противостоял Власову там, вот кто пересекал линию снабжения? Ну, так, если перечислять дивизии, это довольно долго будет, но так это соединения, они постоянно менялись, 18-я армия Кюхлера.
И тогда как бы удалось разблокировать. Вот да, это был первый. Тогда еще армией командовал не Власов, а Клыков. Он по болезни незадолго как раз до принятия должности Власовым был, ушел с командования второй ударной. И как раз вот в период его командования, где-то в 20-х числах марта, первый раз пересекли коридор, по которым проходили линии снабжения. Там, естественно, советские войска построили узкоколейку, там пытались как-то интенсифицировать снабжение, но, тем не менее, этот коридор простреливался, было довольно тяжело снабжать войска, тем самым наступление постоянно пробуксовывало, не удавалось прорваться дальше и достичь поставленной цели. Угу. Спускаемся южнее. Да, южнее. Следующее – это деблокирование 2-го армейского корпуса немецкого, который был окружен в феврале 42-го года под Демьянском. Германия, она страна богатая, поэтому у них было довольно много транспортных самолетов, опять же, по меркам Советско-Германского фронта, то есть на уровне сотен штук. И, соответственно... 52-е юнкерсы, соответственно. Да, это преимущественно Ю-52, планеры, которые буксировались различными самолетами. И после того, как группировка была окружена 2-го армейского корпуса, в который в части входила эсэсская дивизия Тотенкопф, было налажено ее снабжение по воздуху. Это был не единственный пример снабжения по воздуху. Точно так же снабжались небольшая, около дивизии, группа в районе Холма. Точно так же был окружен временно недалеко от Ржева 20-й армейский корпус, его также снабжали по воздуху. И вот это позволило немцам удержаться, а затем в марте был проведен удар с целью их деблокировать. А мы использовали тоже тактику, когда наши войска попадали в окружение, снабжение по воздуху? Мы, к сожалению, страна бедная, поэтому у нас снабжение шло самолетами У-2, и с бомбардировщиками, переделанными из бомбардировщиков, транспортными ТБ-3. Эффективность этого снабжения в тоннах, как бы в сутки, она была достаточно низкой, поэтому у нас это не удавалось, хотя это пробовали делать. Алексей, вот по поводу Демьянска поподробнее. Во-первых, для слушателей, где этот город находится, и, во-вторых, это... сколько они там просидели? Так, Демьянск – это полоса северо-западного фронта, это, если так вот брать ближайший крупный населенный пункт, это южнее Новгорода, к югу от... Великого Новгорода, на всякий случай уточню. Да, Великого Новгорода. И, соответственно, там была окружена группировка численностью примерно 90-95 тысяч человек, по сравнению с армией Паулюса она как бы была поменьше, естественно. И ее отделяло сравнительно небольшое расстояние. Там... действовал первый гвардейский корпус стрелков, в который ходила Панфиловская дивизия. Вот после битвы под Москвой Панфиловская дивизия как бы исчезает с горизонта, она вот была в числе тех, кто окружал второй армейский корпус. И, соответственно, для его деблокирования была создана группа под командованием ЦОРНа, это 10-й армейский корпус. И, в частности, там... в ее состав входила дивизия под командованием Зейдлица. Это тот самый Зейдлиц, который потом сдался нам под Сталинградом и, в общем-то, перешел на сторону советских войск. Немцы даже в конце войны называли коллаборационистом войска Зейдлица. Вот этот вот Зейдлиц Курцбах, он как раз и был тем человеком, который с помощью егерской дивизии своей пробивал коридор через глухие леса к окруженному второму армейскому корпусу. Насколько я понимаю, Алексей, вот идея снабжения Сталинграда по воздуху, ну, как бы забегая несколько вперед, родилась именно в результате того, что в Демьянске достаточно эффективно удавалось обеспечивать. Да. Просто масштабы были несколько... Масштабы, да, были несколько меньше. Еще нужно отметить, что там местность была относительно глухая, то есть это не гладкая степь под Сталинградом, и расстояние, которое отделяло окруженную группировку, то есть вот та пробка, созданная 34-й армии и 1-м гвардейским корпусом, она составляла где-то 20-30, там, 40 километров. И поэтому Ю-52 транспортные, они проскакивали это, не замечая. Под Сталинградом расстояния были куда больше, эффективность зенитной артиллерии выше, поэтому оказывалось в открытой местности. И поэтому повторения Демьянска не было, хотя в целом снабжение по воздуху было стандартным приемом действия немецких войск. Это включало и тактические окружения, когда окружали деревеньку,
какую-то, и, соответственно, на деревень через некоторое время начинали сыпаться контейнеры парашютные с боеприпасами, с какими-то горючим, если была техника. В Демянск, например, самолетами возили даже сено для лошадей, потому что там были окружены пехотой. Продовольствие. Да, естественно, продовольствие в первую очередь для людей, а затем уже и все остальные предметы, включая даже самые экзотические на уровне подарков на Рождество. И нужно отметить, что после деблокирования Демянска, когда был пробит коридор в марте... Когда он в марте? Да, в марте, то 5 марта началась операция, и там через несколько дней удалось пробить коридор, Тинкопф нанес удар навстречу, и удалось создать тонкую ниточку, которая, наземного снабжения. Да, наземного снабжения. Но, тем не менее, воздушное снабжение не прекращалось до самого конца 1942 года. Потому что считалось, что вот эта линия наземная, она очень как уязвима. Да, уязвима, в частности, от артобстрела и от любого другого воздействия советских войск. Опять же, она проходила вне дорог по глухим лесам. И считалось, что, в общем, снабжение надо сохранять. И оно сохранялось, и нужно отметить, что Демянск держали не потому, что вот как бы не надо было вот приказ фюрера стоять, держаться, потому что планировали с этого плацдарма начать наступление, окружить довольно крупную группировку советских войск, это правое крыло Калининского фронта. Но эта операция в итоге не состоялась, и в феврале 43-го года этот котел эвакуировали. Вот несколько слов по поводу Тотенков Теодора Эйки. В общем, насколько я помню, это первая эсэсовская дивизия, созданная в Германии, была. Да. Вот ее там выбили два или три раза полностью. Ну, два или три раза сложно сказать, потому что пополнение как такового не поступало, но тем не менее от 20 тысяч численности этой дивизии на момент, когда она вступила в Советский Союз и попала потом в Демянский котел, остались как бы слезы. Но потом она всплыла под Харьковом уже в феврале 43-го. Ну, уже переформированные. Да, Виталий? Идем дальше. Я просто хочу вас немножко, да, поскольку у нас времени не так много, давайте, чтобы успеть все-таки нам осветить все вопросы. Идем дальше. Да, дальше в марте 42-го года наконец-то завершилось сражение за город Юхнов. Тоже территориально, где, как, что. Территориально это к юго-востоку от Вязьмы. И нужно сказать, что Жуков оказался из всех командующих фронтов, если можно так сказать, самым дальновидным. Потому что все командующие, большинство командующих наступили на вот эти грабли с угловым столбом. Когда действительно в основании прорыва оказывался населенный пункт, превращенный в крепость, его штурм оказывался неудачным. И затем он становился плацдармом для срезания ударной группировки. Жуков предпочитал дробить противника более мелкими ударами. И вот этот вот угловой столб оказался как бы не на фланге группировки, а просто он был на пути войск Западного фронта, в частности 43-й и 50-й армии. Они, куда они двигались? Они двигались на Вязьму. Планировалось... опять же, ударом на Вязьму пересечь основную линию снабжения. Вот война, нужно всегда смотреть, как шли линии снабжения, потому что это определяло во многом борьбу и по ту, и по другую сторону фронта. Ну, да, снабжение, сражение на войне, да, вообще-то понятно. Там, поэтому замысел Жукова состоял в том, чтобы пробиться к Вязьме, пересечь основную линию снабжения группы армий «Центр» и тем самым расшатать ее оборону. Как бы при ослабленном снабжении войска просто покатятся назад. К сожалению, добиться этого разными способами, как проталкиванием в разрыв фронта 33-й армии Ефремова, прорывом через Варшавское шоссе корпуса Белова, это не удалось сделать. Немцы приняли... Про корпус Белова, опять же, поподробнее. Корпус Белова, но это в большей степени как бы зимняя кампания. Он вышел в самом конце декабря 41-го года к Юхнову, но сходу его взять не сумел. Соответственно, Жуков корпус развернул с целью обойти Юхнов, потому что к Юхнову уже подходила 50-я армия Болдина. И затем большую часть января корпус пытался пробиться через Варшавское шоссе, но к тому времени уже немцы выстроили вдоль него достаточно прочную оборону, и корпус удалось в самом конце января 42-го года протолкать через шоссе, но без тылов, без артиллерии, даже без 9-й танковой бригады, которая его сопровождала еще с времен оборонительной фазы Московской битвы. Корпус рванул к Вязьме, но там его встретила
немецкая 11-я танковая дивизия. Немцы, опять же, они прогнозировали действия противника, просчитывали. Они понимали, как будет действовать советское командование. Они сняли с фронта две танковые дивизии, это 11-я и 5-я танковая. Они встали у Вязьмы, одна фронтом на север, другая фронтом на юг. И, соответственно, как бы в глубоком тылу, ну не глубоком, там на уровне десятков километров в тылу немецких войск, встал вот такой заслон, который встречал корпус Горина с Калининского фронта, корпус Белова с Западного фронта и удерживал вот эту линию снабжения. Затем вдогонку Белову отправили десантников, отправили в конце января... Насколько эффективно было вот это? Вот про десантников тоже. Десантник, ну, опять же, повторюсь, бедная страна, и наши воздушно-десантные войска, они были как бы, может быть, и десантными, но не совсем воздушными. Поэтому у них не хватало транспортной авиации. Вот тех толп Ю-52, которые были у немецких десантников, у нас не было. Поэтому мы вынуждены были выбрасывать десант несколько приемов, и терялось как бы его... Эффективность. Да, эффективность, внезапность, и мы не могли доставлять достаточно снабжения десантников, поэтому... А цифра вот, Алексей, сколько десантировали туда людей? Ну, там все-таки? На уровне дивизии, то есть до 10 тысяч человек. Да, ну, это как бы, может быть, и много по... Ну, по десантным меркам. Да, по десантным, но, в принципе, это не самая как бы, крупная десантная операция за войну. Если брать британские операции, в которых участвовали там, сотни самолетов, там, 10 тысяч человек, это, естественно, копейки. Поэтому у нас это была такая операция, можно сказать, локального значения. Естественно, удача она не принесла, к сожалению. Ну, и как увеличилось, видимо, количество жертв. Ну, как сказать, если... Вот от такой доставки, что ли, десантной. Ну, как сказать. Дело в том, что десантники, они благополучно базировались на оставленные, в частности, после Вяземского котла октября 1941 года, артиллерию брошенная была, боеприпасы, опять же, в лесах было много окруженцев, поэтому десантники в итоге, они вышли с корпусом Белова, и как бы Белов, поскольку это было кавалерийское соединение у него, он оказался в наилучшем положении, кавалеристы могли быстро передвигаться относительно, могли, если так вот говорить на чистоту, просто есть своих лошадей в процессе как бы, передвижения. Поэтому Белов, например, он говорил, а у меня артиллерии достаточно, вы там мне снарядиков подбросьте, я вот тут даже гаубицу нашел, 203 мм, снаряд 100 кг. Вот мне, у меня все есть, только вот вы, с боеприпасами проблемы. Алексей, возвращаясь, вот чем кончилась история с Юхновым весной? К Юхновым и Юхнов, которые вот пытались взять, и в чем была и как бы идея Жукова? В том, чтобы протолкнуть вот эти вот силы на Вязьму, перехватить шоссе и железную дорогу, и фронт начнет шататься, и дальше уже через Юхнов туда выдвинутся более крупные силы. Но Юхнов сходу взять не удалось, немцы как бы в обратную сторону выбросили десант, то есть они эсэсовский батальон выбросили в Юхнов на Ю-52. Они как бы вот сами себя, сами свои линии, они высадили этот вовремя батальон, и он как бы сдержал первый удар, а затем вокруг Юхнова была возведена достаточно прочная оборона, и в эту прочную оборону наши войска стучались в феврале и до начала марта. То есть Юхнов пал 5 марта. Вот если можно, у нас еще все-таки есть, да, еще сражение там и Вязьма, да. Ржев. Вот как бы такими, может быть, крупными мазками, что да. называется, да, чтобы нам успеть еще как да. бы такие ну, так выйти вот. На более общие да, вопросы. Да, Юхнов после того, как были вокруг него позиционные бои, он в конечном итоге пал, и там фронт стабилизировался уже надолго. Следующее, как бы, опять же, если идти с севера на юг, это последствия Барвенковско-Лазовской операции Юго-Западного и Южного фронтов, тоже столкнувшаяся с угловыми столбами в виде Славянска и Балаклея. Это оба населенных пункта к юго-востоку от Харькова. Коридор к той группировке, которая прорвалась в глубину немецкой обороны, был достаточно узким. И вот до марта и в течение марта 1942 года шли бои за Славянск, за Балаклея. Это, опять же, были позиционные сражения. Там в линии фронта особо не двигалось. Может быть, поэтому говорили, что вот сражения остановились. Но, к сожалению, взять эти два населенных пункта и... А цель какая была? Вот? Обеспечить снабжение выдвинутые довольно глубоко в построении немецких войск. Клешни, вот была вбит такой изюмский выступ, так называемый, он на большую глубину, но с узеньким горлом. И, соответственно, если обеспечить его снабжение, можно идти на Харьков, его штурмовать.
Да. Дальше последнее, что было, это март 1942 года в Крыму. В Крыму сражения шли с момента высадки туда, после Керченско-Феодосийской операции рубежа 1941-1942 годов. Туда было высажено в итоге три армии, соответственно, 44, 47 и 51 Крымский фронт. И в марте сражение перешло в очередную фазу, когда к немцам прибыли пополнения, когда первому Манштейну в Крым прислали танковую дивизию. 22-я танковая дивизия, правда, ее дебют был неудачным, она ударилась в грузинскую дивизию, там вот были такие национальные дивизии, которые не говорили по-русски. Там с помощью комиссаров командиры передавали распоряжение до рядовых бойцов. Но тем не менее, вот это через вот... переводчика. Да, то есть это была, можно сказать, заслуга Мехлиса, который, столкнувшись вот с этими дивизиями, которые друг друга не понимали, бойцы, он выписал из соответствующих республик местных как бы партийных деятелей, которые стали переводчиками. Партийные деятели владели, как правило, и русским, и местным языком. Они вот стали как бы проводниками решений командования. И вот в 20-х числах марта был дебют 22-й танковой дивизии на Восточном фронте, и даже Манштейн пишет, что он был неудачным. То есть была попытка как бы разгромить приготовившиеся к очередному наступлению советские войска, но в результате этого появилось у советских войск несколько танков Т-4 с ярко-красными звездами, потому что они были захвачены вот этими грузинами, которые оказались неробкого десятка. Молодцы. Такой вопрос, Алексей. Вот мы рассматриваем все с нашей стороны. А что планировали немцы на весну 1942 года? То есть, получив под Москвой, откатившись, они разрабатывали свою как бы идеологию, там, свои планы ведения весенней кампании. Вот что в первую очередь, какие задачи они хотели решить в этот период? Ну, как бы их задача была зачистка поля боя перед летним наступлением. С осени 41 года шло планирование похода на Кавказ. И, соответственно, вот резервы вливались в первую очередь в южный... Переждать вот эту пресловутую распутицу, видимо. Да, переждать распутицу, зачистить фронт. То есть предполагалось срезать вклинение в немецкую оборону, восстановить сплошной фронт. И после этого приступать к выполнению плана броска на Кавказ. Знаете, еще такой вот вопрос. После контрнаступления под Москвой у верховного главнокомандующего появилась некая такая уверенность, по-моему, даже были заявления, что вообще к концу 1942 года мы войну завершим. То есть некое головокружение от успеха. Да, головокружение от успеха было. Правильно, да, так сказать, выражаясь его же языком. Почему все же после контрнаступления под Москвой не удалось в целом, да, мы сейчас не по операциям рассматриваем, да, в целом не удалось развить этот успех? В чем причины? Ну, давайте распутицу исключим. Распутицу, да, уже. Ну, тут дело было, конечно, не в распутице. Дело в том, что советским соединениям, частям еще предстояло освоить так называемую тактику штурмовых групп, которые уже владели немцы. Дело в том, что артиллерийская подготовка, она не способна выбить все пулеметы, которые препятствуют наступлению. Ну, это понятно. Что-то должны делать сами бойцы. Как бы по опыту Первой мировой немцы пришли к штурмовым группам, то есть к отрядам из хорошо подготовленных бойцов, имеющих разнообразное вооружение, которые как бы проникая, просачиваясь в оборону противника, крушат. То есть некие элитные такие, да? Ну, не то, что элитные, они делали... По подготовке. Да, по подготовке несколько выше среднего. Потом, по опыту войны, у нас обычно там первый батальон в полку делался штурмовым, и там в него вливалось наиболее там молодое пополнение, которое больше способно к каким-то дерзким выголоскам. И поскольку советские войска не владели вот этой техникой, они неизбежно ввязывались в позиционные бои, в частности, вот за эти угловые столбы. Если бы, как бы, Красная Армия обладала той тактикой, которую она овладела потом уже к 43-му году, вот эти штурмовые действия, которые постепенно зарождались, то есть Жуков, он сверху пытался это все насаждать. У нас это пытались насаждать с финской. Но насаждение, оно шло, в общем-то, не шибко удачно. И для того, чтобы это все усвоить, надо было набить шишки. Вот эти шишки у нас набивались
в 42-м году. Именно это шло как бы от низовых тактических звеньев, когда людям говорили, вот надо делать так-то. Но они не всегда так делали, в результате несли потери. По советской историографии ведь известно, да, что 42-й год, ну, так и, собственно, называется книжка, да, вот, по-моему, Бешанова. Да, ну, это учебник. Очень условно. Нет, мы сейчас не берем даже эту книгу, а то, что действительно советские военачальники заявляли, что они учились в 42-м году. Вот у меня вопрос возникает. Был вот такой? Вот, Алексей, ответьте вот на вопрос Виталия, потом я задам свой. Тут я бы не столько военачальники, сколько вся Красная Армия, вплоть до рядового бойца, до ротного. То есть требовалось освоить тактику и способы ведения операций, которые годились для использования во Второй мировой войне. Нас вот буквально вот вытолкали на ринг с Майком Тайсоном, и мы вот как бы мы очень сильно получили по голове, и нам надо было в любом случае выстоять. И мы постепенно как бы осваивали. Ну, потом все-таки удар нанесли, да, вот зимой, да. 41-42 годов. Да, нанесли, как бы, но да, но. Марку Тайсону. Да, развить этот удар не смогли, в первую очередь, потому что у нас не было вот того меча-кладенца, который был у немцев. У них были танковые тогда уже корпуса, которые были, в общем-то, средством ведения операции, которые были способны прорваться вглубь обороны, вот, окружать. У нас этого не было. Вот, Алексей, извини, да. Виталий, давай, вот, вопрос, который у меня на языке. Да. Вот эти угловые столбы, вот вы рассказываете, здесь напоролись на угловые столбы, тут напоролись на угловые столбы. Но неужели там, напоровшись дважды, на третий раз нельзя сделать вывод, чем дело-то кончится? Ну как, это все операции шли параллельно. А, то есть они происходили, по сути, почти одновременно. Да, поэтому я сказал, что Жуков оказался наиболее дальновидным, и он вот в этот угловой столб не вляпался. Вот его сосед по Калининскому фронту Конев, вот он вляпался в угловой столб в лице Ржева. В результате потом, когда Жукову подчинили войска, которые входили в западный, в Калининский фронт, ему пришлось это расхлебывать. И в июле 1942 года... Была операция, когда точно так же, как срезали вторую ударную, точно так же, как под Харьковом срезали шестую армию, точно так же срезали часть войск Калининского фронта. Она там была по той же схеме. Там тяжелая под Ржевом история это вообще ну, была. Ну, Ржев это само по себе позиционное сражение, но вот в частности там же были вот эти вот угловой столб, который держался любой ценой, и его своротить не смогли. Конев, он вот наступил на эти грабли. Если брать вот этот же период, да, начало 42-го, ну, конец зимы, скажем так, весна, общая оценка по, ну, скажем, по потерям, да, с обеих сторон. Ну, как сказать? Примерно. Ну, вот тут до начала летней всей вот этой до вот... начала... Ну, так, можно сказать, что, опять же, тут сложно считать, потому что очень многие потери, сложно, да, пришлись на май. Потому что, ну, если честно говорить, то и немцы особо толком не посчитали. Вот у немцев аналога нашего труда Кривошеева у них нету. Поэтому я вот не могу вам, как говорится, поклясться на сабле и сказать, какие потери нет, были у немцев. Не просим, да, да. Есть качественные оценки, когда доктор под Ржевом воевавший говорил, что к нам гнали людей из саперных батальонов, понтонеров, строителей мостов, и они как бы выкашивались в боях, потому что не обладали пехотной подготовкой. Это январь 42-го года по Ржевому. Это действительно тяжелые были потери и для нас, и для немцев. Поэтому, когда говорят там 600 тысяч человек общие потери, я подчеркиваю, общие, то есть убитые, раненые, заболевшие, обмороженные, 600 тысяч Ржевско-Вяземская операция. Это только там. Вот, только да, там. Да. А остальные, как бы, если говорить Крым, с января по март 42-го года, опять же, общие потери, 226 тысяч человек. Это убитые, раненые, пропавшие без вести. Поэтому дивизии как бы вошли в весну уже ослабленными. Ну, соответственно, если вернуться обратно к Ленинграду, вот ко второй ударной, там тоже потери, видимо, были достаточно значительные. Да, и опять же, это все пришлись последствия кампании, они пришлись уже на май-июнь, когда действительно срезали. И тут проблема в том, что когда крупное воинское объединение срезают, вот такой вот котел образуется в пленные под, как бы, в этот котел попадают артиллеристы, связисты, тыловики, которые не обладают необходимыми навыками, и поэтому вот эти цифры, они достаточно большие. Если считать по боевым частям, то там, в общем, не очень много дивизий, собственно, как бы, боевая численность может быть небольшая войск, но вот тех, кто
обслуживал их. Те, кто части боевого обеспечения, они не обладали нужной боеспособностью, но вносили огромный вклад вот эти вот цифры потерь. Не, ну это понятно, потому что в той же пехотной дивизии чистых бойцов, скажем, 1003, а остальные обеспечивают. Ну, так, если брать немецкую пехотную дивизию, где-то там 50-60% считалось кампфстерке, то есть боевая численность. Поэтому половина численного состава дивизии это были вот части боевого обеспечения. Ну, вот из области предположений вопрос от студента Никиты Баринова. Да, я хорошо изменения, знаю. Да, даже знаете, всех кто знал. Хорошо, изменения каких решений советской стороны могли бы помочь выиграть битву под Харьковом в 1942 году? Ну, это он немножко вперед забегает. Ну это май, то есть это можно сказать... Это еще весна. Да, по нашему календарю это еще весна. Это отдельная большая тема. Ну, я тут, как говорит наш президент, буду краток. На советском командовании стоило там просто привлечь силы большие, в частности, танковые корпуса. И их бросить в бой, во-первых, на Южном фронте, который мог бы прикрыть от контрудара с юга ударную группировку Юго-Западного фронта, а во-вторых, раннее введение в бой 21-го и 23-го танковых корпусов на острие удара 6-й армии, которая шла как бы на окружение Харькова. 6-й нашей армии. Да, 6-й. Там, вот, да, там чтобы было, с Паулюсом потом... Да, оборонялась 6-я армия Паулюса, а, соответственно, с нашей стороны шла наша 6-я армия в обход Харькова, как бы должна была осуществить окружение армии Паулюса. Вот если бы танковые корпуса были введены раньше в бой, их бросили в бой там на день, на два, то, возможно, окружение... Во-первых, возможно, удалось бы наша операция. Во-вторых, немцы вынуждены были бы снять группу Маккензина, которая, соответственно, потом ударила и срезала вот этот вот выступ с 6-й, там, 57-й армии Южного фронта, еще туда же попала. Ее пришлось бы снять с фронта и бросить на то, чтобы останавливать эти два танковых корпуса. Алексей, вот у меня такой вопрос. Вот, как бы в предыдущей программе я рассказывал о том, что происходило после контрнаступления под Москвой с там, Сталином, который общался с английским министром иностранных дел, с нашими генералами. Вот у меня такой вопрос. Вот они начали наступать сразу одновременно на множестве направлений. Вот если бы, допустим, сконцентрировались для нанесения главного удара в каком-то одном, в двух местах, как, на ваш взгляд, вот развивалась бы тогда весенняя кампания 1942 года? Ну, тут, вот не пытаться везде сразу наступать, там, распылять силы, а вот врезать в двух местах там, или в одном месте вообще сильно, больно, что называется. Я думаю, извините, я, может быть, чуть-чуть что-то добавлю, что не исходит ли это вообще от вот, установки, которая прозвучала из уст Сталина, да, что вот мы в этом году разойдем. То есть такое было ощущение, что вот опять же головокружение от успеха. Что сейчас была эйфория, да, сейчас мы пойдем по всем фронтам, и его к концу года закончим с этой войной. Ну, тут вот какой момент. Я объясню просто это решение. Дело в том, что на западном направлении боевые действия начали замедляться. Это, в общем, естественно, когда были как бы демонтированы немецкие ударные группировки, они построили достаточно прочный фронт. В частности, вот на реке Ламе, где к северо-западу от Москвы, где наступала вот 20-я армия Власова, 16-я Рокоссовского, там фронт начал стабилизироваться. И как бы, чтобы гальванизировать наступление советских войск, решили ударить по тем местам, которые немцами были ослаблены во имя наступления на Москву. То есть попытались разгромить группу армий, части группы армий Юг, попытались ударить по группе армий Север, и как бы попытка ударить по тем местам, которые менее защищены, где находятся худшие дивизии, может быть, более потрепанные. И, например, под Харьковом это в целом удалось, когда действительно глубоко вклинились в оборону немецких войск. Но действительно я соглашусь с тем, что это решение было, может быть, не во всем продумано. Может быть, число направлений, на которых наносили удары, стоило и уменьшить. И возвращаясь вот к вопросу, который был задан, если бы советская команда сосредоточилась, например, на Крыме, на Харькове, да, это могло принести, может быть, больше результат. Я прошу прощения, давайте мы с пейджера несколько вопросов, чтобы еще успеть телефоны включить, да? Давайте просто я не будем разбрасываться по разным темам.
Я просто хочу, чтобы... Я участник... Вот пишет там. Я участник наступательной операции во время Ржевско-Сычевской операции. Командовал взводом роты. А, ну это просто человек предлагает, что у него сохранились оперативные карты этого района. Все невозможно изложить. Если будет возможность, желание, прошу позвонить. Хорошо, мы вам, может быть, позвоним, да, может быть, это действительно интересно. Обязательно с вами свяжемся. Спасибо. Так, будут ли это, мы оставим наконец. В вермахте, пишет нам некто, были... А, Александр пишет нам. Были знаки воинской доблести Хольм, Холм и Демьянск. Так называемые щиты. Ну, такие да, щиты нашивки. Они были. И крымский щит был. То есть, это такой один из вариантов был, отличий. Просто, да. Так, расскажите, пожалуйста, о боях, но это мы уже сейчас, наверное, не будем, о танках. Господа, расскажите о танках Т-34 и КВ со свастиками и символиками вверх мотозахваченных. Ну, Т-34 и КВ их захватили там много, но их мало использовали. А также о другом трофейном советском оружии. Так, ну, здесь Акурская другая тоже была таким фокусом со столбами. Ну, тут все же наступали немцы, а тут речь идет о принципах обороны. Да, да, нет, да, ну, Курская дуга, это 43-й год, давайте его не трогать. А вот давайте еще один вопрос тогда из интернета, просто здесь такой факт исторический, Константин с Украины. За что наградили весь советский генштаб 26 мая 1942 года? Как раз в тот момент, когда немцы громили и брали в плен окруженную ими советскую группировку под Харьковом. Операция проведена успешно, как бы немецким генштабом, а наградили советский. Единственный случай за всю войну. Можете это объяснить вразумительно? Ну, тут ситуация простая. Весь генштаб – это очень большое преувеличение. Есть, наверное, фотографии в мемуарах Василевского, как бы с награжденными офицерами генерального штаба, вот именно на 26 мая. Но за что их наградили, известно, за Московскую битву. Просто момент от подачи представления на награждение до самого момента награждения проходит какое-то время. Даже во время войны бюрократия все равно работает. Ну, естественно, да? И там даже вот подсчет побед летчикам, он тоже мог откладываться. Не сразу, как говорится, рисовали звездочку. Точно так же и здесь действительно операторы генштаб под Москвой, ну, поработали, может быть, не так, как нам бы хотелось, но поработали неплохо, поэтому их наградили. Тут... Но не весь генштаб. Весь генштаб, вот такого оптового награждения не было просто. Так, здесь такой вопрос, безымянный вопрос у нас вообще-то не читается, но это я просто хочу сказать буквально секундным ответом. Какой циник придумал вашу программу, хватит смелости, ответьте. Вы знаете, у вас не хватило смелости даже подписаться, хоть бы и вымышленным именем, поэтому отвечать не будем, сами думайте. Так, все, пейджер исчерпался у нас? Ну, практически, да, там есть еще вопросы, конечно, но они напрямую к нашей теме не относятся, спрашивают, какие у нас изменения в программе, и в чем отличается плавающий. Один вопрос Алексею, прежде чем на телефоны перейдем. Когда мы не успеем на телефоны? Ну, выбирай. Буквально в нескольких словах. Не, ну как? Ну, давайте, за 50 секунд, я думаю, что успеем. Да, ну, Алексей, просто, наверное, логический вопрос. В данном контексте это вот некое резюме весенних операций 42-го года. Ну, весенние операции 42-го года – это вот как было крушение надежд. Когда надежда деблокировать Ленинград рухнула, когда рухнула надежда деблокировать Севастополь, когда рухнула надежда нанести крупное поражение группы армии «Юг» и вернуть Харьков. И то же самое и в центре, когда действительно был деблокирован Демьянск. То, что вот крупное окружение, чисто психологически, вот первое, одно из первых, если можно так сказать, немецких окружений, когда оно не удалось. Было вот некое крушение надежд и, соответственно, желание как-то, может быть, отомстить противнику за вот эти вот пощечины, которые были нанесены весной 42-го года. Ну, фактически удалось это уже сделать только под Сталинградом уже к концу 42-го года. Ну, да, да, пожалуй, можно сказать, что если брать там август, то это вот говорили о Сухиничах, когда удалось отстоять Сухинический выстрел. Пять минут есть. 783-90-25 Москва, 783-90-26 другие регионы нашей необъятной страны. Наушники прошу надеть. Есть ли вопросы, да? Есть ли звонки, да, Алексей? Есть. Вась. Давай, включаем. Добрый вечер, представьтесь. Добрый вечер, представьтесь. Алло. Добрый вечер. Да, громче и представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Владимир, город Тверь. Да, ну, очень Владимир, приятно. По-моему, вы в каждую программу звоните. Вас постоянно слушаете. Да. Погромче. Ваш вопрос. У меня вот как бы даже не вопрос, а просьба к ведущим. Те, кто слушает вас, это люди, которые интересуются историей Отечественной войны. И как бы вот факты, которые вы приводите, они в той или иной степени всем известны. А вы не хотите вот
такую примерно программу провести, дальнейшую передачу, ну, скажем, не в хронологической ретроспективе, а сравнительные характеристики действия отделения вермахта и Красной армии, пехотного, в обороне, в наступлении. Понятно. Спасибо, Владимир. Спасибо. Ну, пригласим специалистов формы, да, по действиям отделений. Есть видите, вот вам известно, а думаю, что многим неизвестно, да. Здесь очень трудно понять. Алло, слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь Александрович, Москва. Да. Я хотел бы спросить, а что весной 42-го года происходило на Миус-фронте в районе Таганрога и Ростова? Ясно, спасибо. Спасибо. Алексей, что происходило? Там была локальная операция, опять же, туда бросили одну из первых гвардейских дивизий, попытались отбить Таганрог. Но особого успеха это не принесло. Опять же, завязло в позиционном сражении, и как бы следующий подход к снаряду был уже летом 43-го года. Опять столбы были? Нет, там просто не очень много сил было для наступления, решения. Да, для решения задачи. Задача была локальная, там глубина наступления 30 километров. Ну, в общем, вот эти вот тактика штурмовых групп, опять же, не была освоена, и немцам удалось удержаться. Там, тем более, оборонялись танковые части, вот корпуса Маккензена, они больше плотность огня создавали, и поэтому наступление быстро как бы сошло на нет. Ясно. Спасибо. Еще звонки. Алло. Алло. Да, слушаем. Добрый вечер. Алло, представьтесь. Очень рад вас слушать. Кравченко Вадим, Нижний Новгород. Да. У меня вопрос два в одном. Вот первое. С лет 41 года были захвачены просто тысячи наших КВ, 3/4 самых худших в мире, да? Вот, как их немцы использовали, они их не могли не использовать, да? И второе, вот Маша Белов пишет, тут гаубиц нашел, там в кустах еще какую-то пушку нашел. Почему немцы не уничтожали вот на местах вот это брошенное очень серьезное оружие советское? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, значит... Как использовали немцы, да, захваченные? Да, ну я с конца отвечу, как человек, который ходил по местам боев, я могу сказать, что немцы винтовки, как правило, гнули между двумя березами. Они засовывали ствол трешки между двумя березами и гнули его. Оружие, естественно, как бы что могли, то уничтожали, в том числе и сами отступающие. А что касается КВ и Т-34, было много захвачено, но в большинстве своем выведены из строя. И кроме того, немцы, у них была стилистика использования трофейных танков на Восточном фронте, захватили, использовали, горючее кончилось, сломался, бросили. Как централизованно это не использовалось, в отличие от артиллерии. То есть никаких, так сказать, распоряжений сверху, что называется, что делать с захваченным вооружением не было, да? То есть некой централизованной... Ну, централизованно использовалась артиллерия, потому что советские танки Т-34 КВ, они сдыхали после 70-100 часов работы двигателя в танке в 41-м году, поэтому практическая ценность их была довольно низкой. Поэтому, вот, к сожалению, они не представляли для противника той ценности, которую... К счастью. К счастью, для нас они такой ценности не представляли. Алексей, ну, вот тут у меня возникает вопрос, мне приходилось читать в различной технической литературе или околотехнической, что они ставили на них командирские башенки на 34-ке, значит, они все-таки достаточно... Это была самодеятельность. То есть, немецкие части, они обладали большим набором инструмента, они как бы могли там на уровне пехотной дивизии, пехотного корпуса проводить довольно серьезный ремонт, в том числе вот с установкой башенки. Понятно. Увы, мы должны заканчивать.